Привет, ребята! Приехали мы на рыбалку. В общем, заехали в такое место, смотрели. Теперь я развернуться нигде здесь не могу. Тут, походу, последний раз не знаю, кто ездил. И, в общем, хотели новое место найти какое-то. Приходится ехать теперь, не знаю, вот на ощупь. Едем, смотрим, где выехать можно нам теперь отсюда. Как на танке, блин. Катастрофа. Новое наше место где-то ищем. Потеряли наши старые места, нам больше там нельзя рыбачить. Ну и в итоге приедем, когда сядем, все расскажу. Ну вот мы добрались до такого места. Около часа я катался. В общем, такие узкая вот проезд тут вдоль речки. Новое место, как я сказал. Старые места мы сейчас взяли карту. Нельзя там больше рыбачить. Вот сели на какое-то место. Лучше места я пока не нашел. Да и жара уже, как говорится. Взяли батю с собой, ну, деда, сына. Втроем сели вот здесь, поставили. Уже удочки закинули. Где-то полчаса прошло, пока ничего не происходит. В общем, сели. Сейчас будем немножко трапезничать, как говорится. И посмотрим, может быть, переедем немножко на другое место. Посмотрим сейчас. Ну, сейчас немножко жара, уже обед, конечно. Поздновато сели, но раньше никак не получается. Попробую чуть-чуть покидать, потом трудновато, конечно. Все в крапиве, тут мачете выкосили немножко. В общем, посмотрим, что дальше будет. Ну вот, мы поменяли место все-таки. Переехали где поглубже. Там такой, как переходик, туда заходить нельзя рыбачить. Здесь вроде глубоко немножко. Переехали далеко от дороги. Вроде тенек, хорошее место сегодня. 30 градусов давит. Сейчас, я думаю, пока клевать не будет. Получился у меня сейчас зацеп там. Сейчас будем снимать. Покажу вам сейчас прикол. Первый уловчик, красноперочка. По нашим сведениям, мы когда приезжали, у нас всегда клевалась первая красноперка, тогда у нас перла рыбалка. На живца, в принципе, хорошая, хороший знак. Да, сынок? Мой сын так говорит, если красноперка клюнет первая, то все, рыбалка пойдет. Ну вот первый окушок на луке Джон с первого заброса, ребята. Камеру я сейчас не взял, сейчас отец принесет. Будем снимать, в общем. Только закинул попробовать. И вот первая поклевочка есть. Луки Джон. 6-граммовый это. У меня 9 есть там. У меня есть съемочка за них тоже. Хорошая приманка. Всем советую. Ребята, на ультралайтовскую удочку. Поймал я на Луки Джона сейчас. Я вам говорил в начале. Хорошая приманка, видите? Без поводка на окуня рыбачил. Где-то двушка. 9-граммовая луки Джона делал. Тот был 6.
Поводочек здесь вообще у меня, смотрите, какой. Но я ее сделал. Сделали мы ее. Хорошая щучка. Вот повторюсь еще вот такой вот Луки Джон. Артист мой. Люблю его. Хороший этот. Приманка, как говорится. Все-таки от нуля мы ушли сегодня. Клева никакого на леща. Ну, удовольствие есть. Батя мой стоит, пробует рыбачить. Но он рыбак вообще такой. Никогда не рыбачил. Ну, пробует. Хоть батю удивим щучкой. Батя хоть увидит. Батя! Щуку поймали. Ну, 2 килограмма там стопудово. Сейчас весим. А ты говорил, мы не рыбаки. У тебя клюет, бать. Клюет, клюет, бать. Ну, в общем, сейчас весим, покажу вам. Повезло нам сегодня тоже. Нормально. Дед поймал рыбу. Ё-моё, первый раз. Ёлки-палки. В Германии. Молодец. А ты настоящий рыбак теперь. На поплывочек. Красота. Да, ребятки, забыл я камеру вон там возле машины. Машина там у нас осталась, камеру не взял, поэтому не получилось у меня снять хорошо, красиво эту щуку, как мы вытаскивали. Хорошо в кармане сотовый лежал. Но дед счастлив. Поехали дальше. Вот очередная поклевочка уточная, в 5 утра здесь. Хорошая щука, не могу вытащить. Видно, такой спуск большой. Хорошенькая она. Идите сюда. Блин, она больше, чем вчера была. Чуть замучилась, правда. Есть! Дома больше, чем вчера. Хорошая. Хорошая. Где-то трешка. Да, Макс? Ну, в общем, вот такое вот точнее наше утро. 2,5. Сейчас взвесим, скажу вам. Опять, как всегда, я без камеры пошел, не надеялся. Сейчас взвесим, ребята. Ну вот, взяла она. На 90-го орбита с Алиэкспресса. Мой сын очень любит. У шведов он хорошо работал. И опять этот желтый цвет мой тоже. Цвет этот обожаю тоже. Клюет он везде на него у меня, не знаю. Классный цвет. Ладно, потом это откинем. Давай взвесим ее. Для наших подписчиков. Ну сколько на прикид скажете? Я говорю, где-то 3. 2,800. Давай. 2,5. Давай-ка, сыграем. Ну, папка знает. 3,380. Секешь? 3,380, да. Нифига себе. А что ты мне показал, что она не такая? Нормально, ребята. Утро хорошее получилось. Моя нога. Ну. Кукурузка встает, солнце тоже встает. Будем еще рыбачить до 8 где-то. Ну, леща 0. И угря тоже мы ночью не поймали. Не то место, видать, хотя здесь угря очень много. Вот поймали вот этих мы. Грунлинг называется, по-русски или не знаю. Или это барба? Есть усики? А, это барба. Усач маленький. Такой маленький. Вон усики, видите, у него. Иди, пускай растет. Такая рыбка хорошая. Вырастает, большая она. Тут всякая разная рыба вода есть. Она линяет, ядовитая. Да? А по-моему, мясо даже нельзя есть, да? Да, она икру кидает. А, когда икру кидает, нельзя ее есть. Да. Ну, пойду я на ту сторону, чуть-чуть покидаю, ребят. Посмотрим, что получится у нас. Ну вот, еще одна щука. Уехал я немножко подальше, прокатился по речке.
И вот еще один выход. И опять сработал сегодня королек. Цибайц Орбит 90 с Алиэкспресса. Да, сработали у меня за эти два дня вот красавцы. Луки Джон и этот. Молодцы, меняю иногда. Еще пару забросов, поеду туда к ним. К бате, да к сыну. Посмотрим, что. Ну, в общем, рыбалка подошла наша к концу. Сидеть долго уже не будем. Вот поймали три щуки. Как я сказал, немножко там окуней. В общем, рыбалочка получилась. Спасибо этой речке. Остались только без лещей, хотя приехали за лещами. Ну, вот так вот получилось, в общем, ребята. Спасибо за просмотр всем. Как говорится, до следующих встреч. Пока.